Приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист. И сегодня у меня такие для вас не очень хорошие новости. Я решил сделать такое новостное видео, хотя вообще не сторонник, да, делать видео по ответам разработчиков там и так далее. Но такую новость я просто не мог пропустить. У меня, честно говоря, просто отвисла челюсть, упала на пол, где-то до сих пор там валяется. Это просто полная жесть. Расскажу я вам про, скажем так, информацию, которая стала известна по патчу 9.1. Сейчас, вот как вы видите на своих экранах, запустился супертест по версии 9.1, да? И разработчики в своем лайв-журнале, ссылку на которую я дам в описании к этому видео, решили поделиться некоторыми нововведениями, да, которые нас ждут в патче 9.1. И от некоторых, от некоторых из них у меня просто реально истерика была. Истерический смех, то есть такой на грани шизофрении. Это просто полный ад. Итак, значит, читаем. Значит, добавлена будет карта Харьков. Это хорошо. Судя по всему, это, наверное, какая-нибудь городская карта будет. Что-то мне подсказывает. Я люблю городские карты, это супер. Добавлены исправления на карты Заполярье. Хорошо, Тундра хорошо. Комарин, нечего там исправлять. Надо просто эту карту убирать. Черт твоей матери, ничего ты там не исправишь. Она ужасная просто. Там, ну, она сама по себе говно, как бы ее как не переделывай. Как сахаром не посыпай, он все равно как бы останется то, чем она есть. Отключен режим штурм на карте Песчаная река. Я не играю в штурм, мне насрать. Улучшенная производительность на карте Скрытая деревня. Это хорошо. Вот вообще, когда повышается производительность, это всегда хорошо. Далее, исправлены там всякие визуальные эти проблемы, там переработан эффект взрыва танков, там эмблемы. Короче, херня все. Это полное. Графические какие-то ошибки, возможно, исправлены. Это хорошо, опять-таки. Так, добавлены 5 новых моделей для арты. Просто супер, я то, чего я ждал. То есть у меня слезы просто радости на глазах выступили. Отлично. Значит, новые награды. В общем, мне на медали абсолютно по боку. Я вообще их не собираю, я их не смотрю, мне плевать на это. Поэтому это я пропущу. Далее, короче, изменены всякие косяки игры. То есть тут и с графикой, и подергивания, вон всякие там подрагивания гусениц, ошибки какие-то, утечки памяти. Это все хорошо, короче. Это не та причина, по которой я решил вам все это рассказать. Это все супер, я очень рад и все, доволен. Значит, дальше. То, ради чего я, собственно говоря, вас всех здесь собрал. Изменение параметров танков. Уже гуляла инфа, что будут в патче 9.1 перебалансировку проводить такую. Я думаю, блин, наверное, они апнут тапок, там, сделают, я не знаю, там, Маус, какие-нибудь машины, дадут ему барабан, там, на 12 снарядов хотя бы, да? Там, не знаю, сделают, там, у Е100, там, пробитие Т-390 ББшками. Ну, короче, то есть сделают какие-то серьезные нововведения. Но то, что я увидел, меня просто повергло реально в какой-то истерический смех. Ну, первый, значит, Ягдпанзер 4, ПТ-шка 6 уровня. Одна из самых дерьмовых ПТ 6 левела. Хуже, наверное, только британец. Генкерриер и этот, француз Аэрликин В-39. Ей апнули динамику. То есть, ну, что я могу сказать, это хорошо. Но проблема ПТ-шки была не в плохой динамике, а в том, что она ни хрена не пробивает. У нее достаточно, ну, короче, орудие слабое у нее. И как Е25 она не может, она не настолько быстрая, и вот этот ап вот динамики, вы видите, что тут 8%, 14%, 20%, короче, это никакой роли особо не сыграет, вот лично мне почему-то так кажется. Короче, то есть, ну, ап Ягдпанзер, окей, это плюс, как бы, это ни в коем случае не минус, небольшой такой плюс для любителей. Дальше, значит, Панзер Кафаген 1, хрен с ним, не интересует меня мелочь всякая. Переходим к самому жирному, да, уже. Тигр, была инфа, что его будут нерфить, да. Вот, ну, что я могу сказать, время перезарядки топового орудия изменено с 6,7 до 6,8. Это не страшно вообще. Ну, 0,1 секунды, это где-то примерно на уровне реакции вашего пальца, как вы нажимаете, пинга там и всего прочего, вообще никак не скажется на игре на этом танке. Далее, разброс орудия, то есть это меньше, чем 2%, если кто не понял. Разброс орудия при повороте башни увеличен на 17%. Ну, это уже посерьезнее, то есть стрелять будет чуть менее комфортно, но опять-таки 17% это немного, я не думаю, что прямо что-то кардинально для него поменяется. Далее, разброс орудия изменен с 0.34 до 0.35. Опять-таки, немножко снизит комфорт при стрельбе на сверхдальние дистанции, но кардинально ничего не поменяет. И самое большое изменение, это со стоковой башни теперь у тигра будет 1300 хп, с топовой 1400. Ну, это реально логичный, скажем так, ход. Потому что у тигра у него, ну, слишком много хп.
Не скажу, что это кардинально, этот танк сделает говном, да, это ни в коем случае, но, наверное, все-таки это к лучшему, да. И в данном случае, скажем так, Тигр, вот это я бы не назвал это нерфом, то есть это чуть-чуть его буквально, вот чуть-чуть понерфили, потому что Тигр, ну реально он мощный был слишком. Окей, я согласен, то есть нормально, это я проглотил. Дальше, Тигр П. Машина, которая нахер сейчас никому просто не нужна вообще. На ней никто не играет. Я последний раз человека на Тигре П видел, наверное, в патче 0.6.7. Там, ну, я прикалываюсь, конечно, но суть в том, что никто на нем не играет. Потому что никто не хочет качать маус, никто не хочет качать тапок. И этот Тигр П, который и так-то не является машиной нагиба уже давно, хотя когда-то он был одним из лучших ТТ-7. Его еще нерфят, причем жестче, чем обычного Тигра. Кому он помешал, господи, зачем его было трогать? Ему, значит, топовую пушку срезали вообще в говно в полное. То есть, ну, 9, была 9.1 перезарядка, стала 9.3. И так-то не было ничего. И на топовом. Теперь было 8.6, стало 8.8. То есть, перезарядка на 2 секунды дольше, чем у обычного Тигра. И ее еще нерфят. Это вообще, ну, куда? Точность также уменьшена. И ХП также сотку срезали. Короче, Тигр П, он и был, не, по сути, ну... таким. Я не скажу, что он плохой танк, нет, он не был плохим танком, он, ну, такой он ни о чем, короче. Сейчас он будет еще хуже, вот и все. И так не было желающих на нем особо кататься, сейчас вообще никто не будет на нем ездить. Супер. Переходим к следующему пункту. Толстопарт, значит, ВК-2801, ну, ему просто апнули динамику везде, то есть и максималку увеличили, и проходимость, это хорошо. Толстопарт пусть будет быстрый, у нас и так ЛТшек ни хрена не осталось в игре, пусть будут. Ничего против не имею. Дальше. У ВК-3001, у него просто количество ХП накинули 100, со стоповой, тьфу, со стоковой башни и стоповой. Вот, ну, чё, нормально, потянем. Ничего тоже против особо не имею. Британцы дальше. Круизер МК-1 это мелочь, на нее наплевать. МК-2 тем более. Универсал Карьер вообще не знаю, что это такое. АТ-7, значит, вот. Время перезарядки изменено с 5.8 до 6.4. То есть реально сильный срез ДПМа у пушки. Я бы не сказал, что АТ-7 какая-то супер гнущая ПТ. Вообще британские ПТ, кроме ФВшки, по-моему, особо никого не нагибают. Ну и АТ-2 может быть на 5 уровне. Нахрена это сделали, я не знаю, честно говоря. И при этом еще полтинник ХП срезали. То есть, кому это зачем, не знаю. Ну ладно, я на них не играю, играть не собираюсь. Донес до вашего сведения. Самая печальная новость, которая есть, наверное, в этом патче. Hellcat просто занерфили в полный кал, вот вообще, из него я, ну, это я, конечно, не без гарантии еще, но что-то мне подсказывает, что Hellcat станет абсолютно неиграбельным куском говна после этого патча, потому что вы просто почитайте на это количество изменений. Значит, разброс орудия движения стоковой ходовой увеличен на 60% при повороте и на 60% при движении, на 60%, это не 17, как у Тигра, это 60%. Далее, то есть проходимость нахер все срезали и на стоковой, и на топовой ходовой. Разброс орудия на топовой ходовой тоже увеличен, ну не на 60, а на 57, ну большая разница, конечно, да. Проходимость все уменьшили тоже на топовой ходовой. Максимальная скорость движения назад теперь 12 км в час будет, раньше было 20, если кто не знал. То есть, ну блин, это почти в два раза, это жесть вообще полная, я в шоке. Значит, на стоковой пушке разброс увеличен на 12%. Ну, стоковая пушка, она никого особо не интересует, никто с ней не играет, только как бы пока не докачаются. Самая жопа. Время перезарядки орудия увеличили с 8 до 8,5 секунды, то есть на полсекунды теперь дольше будет пушка перезаряжаться. И разброс орудия при повороте башни теперь 25% больше. То есть у нас при движении на 57 больше и при повороте на 25. То есть, вы представляете, какого размера прицел будет у Hellcat'а? У него и так стабилизации ни хрена не было, да? Теперь этот прицел будет просто вот такого вот размера, как у КВ-2. Это, я не знаю, то есть, зачем было так нерфить Hellcat? Я согласен, он немножко имбоват был. Но ему достаточно было просто немножко срезать динамику, немножко. Пушку трогать не надо было бы. У Hellcat'а у него пушка далеко не имбовая, ничего в ней такого нету. Ну, пробитие голдой бы срезали, я не знаю, ну... Зачем было вот это все делать? То есть Hellcat это одна из моих любимых машин вообще в игре. Это один из самых фановых танков, который реально зависит от скилла, который позволяет вам затащить на скилле, показать свои руки кривые, вот как у меня.
и что-то сделать, да, и что с ним будет, то есть я вообще вот пока, как бы, конечно, рано еще бить тревогу, но что-то мне подсказывает, что Хелкет уже вообще, мягко говоря, не торт будет. Далее, значит, Шерман, у него на фугаснице увеличили время сведения и скорость перезарядки. Вообще пофигу, не играю на нем, ничего страшного, ну не вижу никаких проблем. Т-18. Самый нагибаторский танк второго уровня, вообще нагибатор песочницы. Ему, значит, занерфили, опять-таки, достаточно сильно подвижность. Самая жопа ему, скорость поворота ходовой, на топовой ходовой, уменьшили с 30 до 22 градусов. То есть теперь он будет медленно крутиться. Наверное, это к лучшему, потому что реально Т-18 — это машина нагиба. Это дико быстрая херня, которая ездит как СТ, при этом у нее броня как лучше, чем у ТТ второго уровня, да, ну, у ТТ второго уровня не бывает, там, чем у ЛТ. Пушка, которая вообще всех сносит просто, не знаю, там, унижает, кибер унижает всех вообще, кто попадает в радиус действия ваших снарядов. И просто жесть. Ну и при этом еще, как вы видите, то есть разброс пушек и это, и 75-миллиметровые, и мелочи, это все там, короче, все, и в хлам занерфили. Ну и прочность на 5 единиц убрали. Вот тоже, ну, не слишком ли сильно ее перенерфили? Ну, это, конечно, будет видно только как бы уже на тесте, но не знаю. Ну тут хотя бы это оправдано. Т-18, она реально нагибала слишком сильно. И она не требовала вообще никакого практически скилла. Дальше, ребята, Т-29, один из моих, наверное, ранее любимых танков. Это был, ну, это после Тигра мой второй любимый танк седьмого уровня. Ну, там, из тяжелых, по крайней мере. Значит, давайте, ну, стоковые ходовые я не буду рассматривать, все равно на них никто не играет. Значит, у топовой ходовой разброс орудия на 9%. Ну, 9% это не страшно, окей. Это, ну, это где-то там на грани вообще вероятности восприятия. Сам не понял, что сказал, но неважно. Проходимость срезали от 8 до 20% по разным типам грунтов. Ну, в принципе, Т-29, он никогда не был дико быстрым, но я не думаю, что это сильно что-то поменяет. Далее, вот что уже гораздо более печально. Разброс орудия при повороте башни увеличен на 11%. Но, что я могу сказать? Учитывая, что на него можно поставить все-таки стабилизатор вертикальной наводки, это не так страшно, но все равно это уже более значительно. Дальность обзора башни увеличена, изменена с 380 до 370. Ну, в принципе, если вы играете с оптикой, вообще по боку, как бы, не критично. Время перезарядки на орудии увеличили на 0,4 секунды. Вот это уже более серьезно, скажем так. В принципе, Т-29, он хорошим ДПМом никогда не отличался. То есть у него ДПМ он хуже, чем на ИСе на том же самом и, там, и так далее. Надо ли было это делать, я не знаю. Ну вот и да. При повороте башни разброс увеличен на 11%. В принципе, никаких глобальных нерфов я не вижу. То есть ничего такого страшного, но все-таки играть на нем будет, наверное, чуть посложнее. Но стиль игры на нем никак не изменится. То есть это танкование через башню, игра там от башни, от углов наводки, унижение там голдой вражеских топов, если вы в конце списка там и так далее. То есть, ну, в принципе, танк останется играбельным, как мне кажется. Далее, Т-32. Разброс орудий изменен с 0.41 на 0.4. Это хорошо. Т-32, у него откровенно шлаковая пушка. Она говно реально, как бы это. С этим, я думаю, никто спорить не будет. И то, что ей повысили немножко точность, хотя она и так, ну, не сильно, но это плюс, окей. Т-40. Дальность обзора изменена с 400 до 370. Правильная тема, потому что не должна ПТ-шка 4 уровня иметь обзор, или какого она там уровня, я уж не помню, 4-го, обзор 400 метров. Ну, 370 это тоже много, ничего страшного, короче. Советские танки дальше, наши самые любимые, как говорится. А-32, ну, его все равно ни у кого нету, поэтому не буду ничего говорить. Урон, значит, у АТ-1 теперь будет вместо 105 на 110 на 76-миллиметровой пушке. Ну, что я скажу, это ап. АТ-1, последний раз я на ней играл года два назад, была хорошая машина, не знаю, как сейчас я чувствую. БТ-7. Увеличили скорость сведения на пушке. Это хорошо. То есть, далее, МТ-25. Ему тоже увеличили проходимость и дали движок на 100 лошадей мощнее. То есть, скорее всего, просто сейчас на легких танках вообще никто не играет. Они никому нахер не нужны. И я так понимаю, что вот этими вот изменениями они хотят вернуть интерес. Ну, в принципе, движок на 100 лошадей больше, это, наверное, почувствуется. Ну, я как человек, который на СТ не играет, ой, на СТ говорю, на ЛТ не играет, мне как бы вообще по боку, честно говоря.
СУ-101 самое унылое дерьмо на 8 уровне. Вообще самый, наверное, унылый танк. Ну, по крайней мере, из ПТ точно. Значит, ему уменьшили разброс на 5%. Норм. Вообще, как бы, будет чувствоваться инфа 100%, ребята. Время прицеливания изменено с 2,1 секунды до 2. То есть, причем мне нравится, что на пушке 100 мм. То есть, все ведь с ней только играют. 100-миллиметровая пушка. Хотя, может быть, и да, кстати, я не помню, с какой-то. Ну, короче, 2 секунды, ну, 0,1 секунды, это вообще никакой роли не играет. И прочность. Десяточку накинули. Червонец. Нормально вообще. То есть, ап просто. Это даже круче, чем 2 градуса поворота башни у Мауса. То есть, я выкуплю все ее на все аккаунты. Еще, не знаю, там на пресс-аккаунте куплю. Буду играть только на СУ-101. Т-28 тоже апнули чуть-чуть, пушку 76-мм. Это хорошо, я люблю Т-28, это очень прикольный танчик. Ну и Т-46 тоже ему апнули немножко дамаг. Вот, и тут дальше бурление говн идут, там все матерятся, разработчики всех банят, там, ну, в общем, нормальный рабочий процесс. И что, какой итог хотел подвести? Я вообще не понимаю, зачем было все это делать. Единственное, что надо было сделать... Это, ну, Т-18, окей, понерфить. Немножко можно было Хелкат. Чуть-чуть его понерфить. Ну, говорю, чуть-чуть ему там. Вот даже вот скорость движения назад ему срезать там. И все, можно ничего больше не трогать. Хелкат никогда не был нагибатором каким-то массовым таким. Это была машина для людей, у которых руки более-менее растут не из жопы. То есть, которые умеют более-менее играть. И у них отбирают эту. Квас, зачем его нерфить? Пфф. Это же вообще, он же косой, да, это он же не попадает. Вы что, достата на нем нормальная, вы что? 500 дамага просто выдает там с 500 метров с подпалом, нормально. 175 пробития, ездит быстрее, чем средние танки на 6 уровне. Броня не пробивается девятками. В общем, альфа-страйк, как я сказал, такой же, как у тяжей 10 уровня примерно. То есть, ну, нормально, как бы 6 левела. Никого не мешает, квас абсолютно, то есть Хелкат, конечно, всем надоел уже, все страдают от него, конечно, от Хелката. Что это вообще за херня, вот объясните мне, то есть почему кваса не трогали, когда его на 2 уровня уже разделят, они обещают уже год, наверное, это сделать. Когда никакого черта Хелкат трогают вообще, я не понять не могу, что кому он мешает вообще. Не понимаю просто вообще. Ну да, я говорю, он немножко имбоват. Чуть-чуть. Ну блин, не требуют таких нервов. Так не надо танк в говно превращать, чтобы потом его что, апать потом по новой. Сейчас ведь его занерфят, его же вообще там, я не знаю, там все заноют. Я буду в первых рядах. С плакатом буду ходить под офисом в РВГ, да. То есть, ну, согласитесь, это неприятно, да. Тот же Тигр, да, там более-менее такой, ну... Нерв, скажем так, он такой в пределах разумного. То есть, возможно, чуть-чуть тоже перестарались, но так, не сильно. То есть, говном танк не станет от этого. Тоже, ну опять Тигр сначала апали, потом нерфят сейчас его. Потом сейчас опять апать, наверное, будут. Ну какого черта? Почему некоторые танки, почему вот Тигр уже там за полгода третий раз его уже там перенерфливают? А такие танки, как я не знаю, как ИС-7, как этот Маус, как Тапок, я не знаю. Почему их никто не трогает вообще? Почему они как были говном, так и остаются. Никто их не трогает на 10 уровнях, да? Никого это не интересует. Нерфить там Хевика никто не нерфит, да? Да вообще танк не гнет просто. Я просто взял его в первом же бою, взял на нем просто воина. С косыми руками, не умея играть на барабанных танках там. Я просто взял на него воина в первом бою. Я просто не понимаю, то есть, чем они руководствуются, да. Конечно, следует сказать, что я сейчас ною там, да, истерю, это все понятно. То, что это все не окончательно, это супертест. То есть, все еще 10 раз поменяется там на тесте, который выйдет на, ну, для всех, на открытом. Будет там по-другому, скорее всего, что-то поменяют. Но сам подход, то есть, вы зайдите по ссылке и просто комменты посчитайте, вот, которые здесь пишут люди. Во-первых, очень мало цензурных слов, то есть тут в основном мат, порой трехэтажный там периодически встречается. Конструктивной критики достаточно много идет, правда, она тоже почему-то матерная вся, по странному стечению обстоятельств. Короче, итог какой. Если это все изменения, то я не знаю, то есть вообще как к этому относиться после этого. Я реально был уверен, что буду что-то менять. Серьезно. Ну, есть танки, которые нужно апать. Есть танки, которые нужно немножко нерфануть. Да, чуть-чуть. Я вообще считаю, что нерфы должны быть всегда по чуть-чуть. То есть,
понерфили чуть-чуть. Если не хватило, в следующем патче еще чуть-чуть понерфили. Не надо сразу рубить топором по яйцам, чтобы потом танк просто, я не знаю, взрывался, когда вы пытаетесь на нем выстрелить, и вы чувствовали на себя на нем ненужным куском коричневой субстанции, да? Блин, это никогда до добра не доводит, уже, пожалуйста, то есть сколько раз обжигались уже, туда-сюда нерфят, тапают одно и то же. Блин, ладно, все, короче, хватит ныть. В общем, до вас я донес информацию, как к этому относиться, я не знаю, каждый для себя сам решает. Пишите в комментах, что вы считаете по этому поводу, я вам свое мнение высказал, пишите, я не знаю, там вот тут разработчикам в комментарии тоже, может, они послушают. Хотя сильно сомневаюсь, вот главное, не надо ругаться там матом, да, пишите конструктивную критику, вот, ни в коем случае не нужно уподобляться там каким-то непонятным, неадекватным школьникам, то есть пишите все грамотно. На этом, наверное, все, да, пригорело, в общем, как говорится, отгорело, в общем, надеюсь, что было интересно, в общем, всем пока.